Утром во время ливня на улице Бакалюнчука возле остановки Студгородок произошло ДТП с участием трех автомобилей. О происшествии, вызвавшем многочасовые пробки в районе улицы Меньшикова и ЦУМа, телеканалу НТС сообщили очевидцы. Как позже рассказали в управлении МВД по городу Севастополю, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Мазда» под управлением 36-летнего водителя. После удара автомобиль «Лада Приора» развернулся на полосу, с которой совершал обгон, в результате чего произошло еще одно столкновение с автомобилем «Фольксваген». Признаков опьянения у всех трех участников дорожного движения не обнаружено, уточняет пресс-служба МВД. Водителя «Лады Приоры» доставили в городскую больницу с травмами разной степени тяжести. По факту ДТП сотрудники госавтоинспекции проводят проверку.